Хотя сейчас и в тюрьмах есть телевизоры. Ну что, наврал? Не медик, журналюга. Слушай, мне кажется, я что-то не то сделал. Это вроде как бойфренд Бояровой. Любовник у Ирины. А что у нее? Не может быть парень? Она что, уродина? Я ничего такого не говорил. Ну не говори, Боярову передай. Полную версию смотрите бесплатно на megogo.net.